Неласково встретил Мурманск. Неласково. Костя едет. Мы сели раньше. В билете написано 19:35, а мы в 19:05 сели. Вот как они вот это... Ветер такой же ледяной, как в Питере. Мурманск, столица Арктики. Строят что-то такое длинное. Вообще тут нужна, конечно, крытая стоянка, потому что вот они зимой улетают там на пару дней, допустим, да, в Москву или в Питер машину оставляют. Прилетают, а вместо машины может быть просто сугроб. Это мы так в Финляндию вернулись с Канарских островов. А машину оставляли вот тоже так вот на стоянке, на открытой. Приехали, она просто заметена. Дороги все почищены, ну вот проезд. А машина вся, вон он, в желтой куртке. Вот откапывается там. Вон Танюшка там сидит. Холодно, однако, Константин Александрович. Привет! Привет, Танюшка. Холодно, однако, у вас. Вот сейчас похолодало. В Питере такое же ветрище, самолет так качало, я думала, не сядем. Уселька, давай, пристегнемся, ты чего отстегнулся-то, банда команда? Эй. Застеснялся, что ли? А чего ты? Ты меня забыл? Так больше нет, как он забыл? Вспоминай бабушку в Крыму. Постоянно, да? Хе-хе, бабуля приехала, прилетела на самолете. Бабушка летчик. Бабушке тебя... уже пора метлу свою покупать. Ну как у тебя дела, Саш? Я играл с детком. Да. Это хорошо. Ну у нас тоже сегодня. Толик за мной приехал. 6:30. А трава белая. Выпал снег, да? Не снег, а вот, ну, мороз ударил. И в самое время, понимаешь, персики зацветают, абрикосы, вишня. Ну, у нас нормальная была погода, таяла только что. Все за первую, за неделю, наверное, что за две. И... Да, еще было. Да? Да, что-то было. Все, мои хорошие, мы поехали. Я тебе сфотографировала в самолете выход. Да. Да, сейчас покажу. Я креветок купила. Тебе можно? На горшок ходит, и в игрушки играет, и книжки читает. Так, кто тебя царапал? Щеку тебе? Детком. С детками так играл? Да. Ничего себе, детки. Царапаются так. А что там Людмила Викторовна на Кубу-то едет? Mm-hmm.
Тришка за все время один раз только смогла попасть. Не было билетов, и все. Еще попала, прям случайно пошла. Ну и да, кто-то сдал один билет, и я вот передо мной, я его взяла. И больше мы ни разу не смогли взять билет. А что-то тоже с ребятами это были давным-давно, сто лет назад. Труба? Труба? Проехали трубу? Хриплый такой. Завтра будем книжки читать? Да. Будем? Будем. Хорошо. А как спят-то кроски? Чего ты говоришь? Спят-то кроски. Ты чего это так стесняешься, так тихо говоришь-то? А тут такие фиксики. Подобраться секрет. Ну, я знаю фиксиков-то. Что ж я не знаю фиксиков, что ли? Знаю. Конечно. А как же? Папа с мамой сидит. Да. Папа с мамой. Еще опоры. Еще опоры. Вот ведь вот опоры... Ой, это чистый восторг у парня. Опоры, выход, шлагбаум, да? Открывай-то вот так работает. Вот так работает, да. А как работает? Так работает. От светофора, от мопал. Угу. Гляньте. Бабочка. У Тани тут Сарай, чего? Зимний сад. Поворастало все, ты глянь. Ну а чё? Чё ты хочешь, сынуль? Вот что значит тут хорошая температура для них. И свет горит. Он чё делается? На дороге. Ну пока попробуй здесь немножко. Ну давайте экскурсию по весеннему участку. Вот, видите, сколько снега. По плечу мне. Но тает. Ой, когда же этот дом достроится? Давно строится. Ну, зато гараж давно построен, теплый, прям такой финский гараж. Большой, вон сколько растений там. Детская площадка тоже уже давно. Так, ступеньки. Это дело опасное. Ну, вообще, вот такой. Да, это снег не скользкий вроде. А тут альпийская горка у Тани. Что, Филиппок маленький? Чего? Ой, ой, ой. Ой, аккуратненько. Аккуратненько. Тут белки. А ты фонари-то давно поставил? Что-то я не помню. Да? Да? Видела их, нет? Ну, они пока так, они не светят, еще не подсоединены. Ой, сколько же еще дел-то с вот домом-то. Там теплица стоит внизу. Ага. Заказали? Да. Заказали. Сейчас надо делать. Там что-то 18 дней.
3 недели типа делается. 2-3. Ну вот, вот это все засадит Таня. Долго, конечно, тут растет все. Это не в Крыму. Но ничего, вырастет. Будет красота. Ничего не видно. Так, Сашка, смотрим, будили. Где? Где? Впереди. Впереди вот здесь. Впереди. Сейчас, вот тут бугели сейчас будут. Они ездят еще. Вон они, вон они. Вон они, бугели твои. Видел? Любимые бугели. На лыжах, да. Мы катались с ним на лыжах. Да ладно. Спустились несколько разочек. Катаюсь на лыжах. Ты вот сам так... катался? С папой. С папой, ага. А как кататься с папой? Тебе понравилось? Понравилось. Понравилось? Ой, вентилятор. Вентилятор. Смотри, огромный шарик. Ага. Вот это да! Вот это да! Надо же бабушке все показать. И бугели, и вентилятор. А где вентилятор? И опоры. Ну, будет там подальше. Вот оно! Вот оно, бабушка! Где? Вот оно! Вот оно! За домом. Вот оно! Сейчас, сейчас, сейчас мы дом проедем. Ух ты. Вот он, ух ты! Это сломалось! Сломалось? Да нет, просто, наверное, выключили. 5 лет назад. По дороге едем. Угу. По Ленинградке едем. Очки одел? Очки одел на голову. Ты когда был маленький, очень любил очки. Все время снимал очки с меня. Ой, горба горю. Тут бассейне. Красный. В Болгарию собрался? Да. На машине? Да. Погорел и горб. Вот так на бассейне заезд, вот так. А-а-а. И посиди бассейн погорел. Ты давай сначала в Крым ко мне приедешь, ладно? Потренируемся. Смотри, оп, смотри, ну. Башня, да, телевизионная. А помнишь, мы ездили, папа нас возил, она светилась. Помнишь? Высоко, высоко. Высоко, высоко, да. Когда мы в феврале ездили, смотрели. Как смотрели? Ну, вместе же ездили. Не помнишь? С бабушкой, с Любой, да. С мамой, да. С папой, да. С бабушкой. Да.